В Атырау жители проспекта Азатык выступили против создания кооператива собственников квартир «Байтерек» частного ТО. Они считают, что сотрудники КСК открыли компанию без предупреждения. По словам жильцов, деньги за коммунальные услуги они выплачивают ежемесячно. Однако свои обязанности КСК не выполняет. Встретился с населением, руководство КСК так и не осмелилось. Подробнее в нашем видеосюжете. Жители многоэтажек по проспекту Азатык выразили недовольство работой КСК. Не так давно кооператив «Байтерек» открыл собственное ТО, а его сотрудники ежемесячно начали собирать с населения по 4-5 тысяч тенге непонятно за что. Теперь жильцам приходится самим выполнять обязанности КСК. Незаконно осуществляет свою деятельность на данный момент. Почему КСК незаконно? Не говоря нам, без разрешения открывают свои компании. Мы требуем, чтобы незаконное открытие ТО закрылось, либо мы снова переходим к форме управления КСК. В противном случае сами решим, как дальше быть. Жители только за. Пусть они закрываются. Нам действительно нужно поменять председателя КСК. Мы пришли сюда, был Дюсенгали. Вот. Как она сюда попала, мы никто не знаем. А когда стали к ней обращаться, она говорит, я председатель КСК, стали к ней обращаться, она говорит, что мне вас навязали. Это кто кого навязал? Возмущенные жильцы потребовали объяснения от руководства КСК и заявили, что не уйдут, пока их требования не выполнят. Однако глава КСК даже не стал слушать возмущенную толпу. Давать какие-либо комментарии тоже отказался. Заместитель руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства Кайрат Хабиев заявил, что для решения этого вопроса жители должны обратиться в правоохранительные органы. Так госорганы не могут вмешиваться в деятельность КСК в соответствии с изменениями в законодательстве. В соответствии с нашим законом мы не можем вмешиваться в работу КСК, в содержание жилых домов, тем более в бухгалтерию. Жильцы могут высказать жалобы компетентному органу, могут сами выписывать и проверять расход денег. В соответствии с законом жители могут создавать свои собственные КСК с законом, если не удовлетворены работой действующего кооператива, или же могут перейти в другое учреждение. В случае, если вопрос не будет решен, жильцы намерены обратиться к какому области. Пока же они выступают против создания кооперативом «Байтерек» собственного ТО. Даниэль Шукоев, Жулдыз Кайрат Кызайбек Галымов, телеканал Трау.